И всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Ник. И мистер Доктор. И, в общем, да, новая серия. И пока мы бегали по миру, ну, без записи, мы нашли новую крепость, в которой, да, что ты делаешь, в которой уже точно будут ключи, и из которой мы убьем босса. Стой, стой, у меня подарок, погоди, подарок. Я тут кое-что тебе приготовил сейчас. Ну, как всегда, наркоту. Да. Договаривались. Галлюциногенных грибочков тут готовят. В общем, пошли лутать крепость. Стой, стой, у нас мирно. Быстрее меняй. Так, второй домик. И тут небольшой лабиринтик, но я знаю, как его проходить. Так, сюда, наверное. Да, сундук и... О, да, у меня есть Dungeon Key. Сейчас, так, тут... О, тут еще один Dungeon Key какие-то. Я нычку нашел. В смысле нычку? Тут нычка и тут ключ. Вот где четвертый надо. А, нифига себе. Я так и знал, что будет под этим паласом что-то, потому что всегда что-то под паласом есть этим. Охренеть. Я так и знал, что под ковром что-то. Опа. О! Это что за хом? А где он? ТП. Так, о, какой-то черт. Давай, я его сейчас... Нерри. А. Блин, у меня тут... Подожди, у меня лагает. Так, эффекты. Блин, где эффекты меньше сделать? Слушай, луком, фигари. Ладно, будет без эффектов. Фигари луком. У меня палочка есть, у меня на луке стрел нету. Ай-дай-дай, я тоже, давай вдвоем. А, блин, он жесткий. А где он? Вот он. Блин, он меня свои. Это я, сори. Я случайно. Я просто по нему. Блин, стрелял... он очень жесткий на самом деле, он довольно жесткий. Нифига не вижу, где я он. Я тоже, блин. Вот он. Так, осторожно. Стой, я буду его вблизи. Давай, фигарь. Смотри, у него хп сносится просто. Стой, не вступай, вообще. У него тут этот понос. Стой, давай, фигарь, помогай. Больно. О, так ему зон, слышал? Да. Ой, извини. Красавчик, так, сундук. Ха-ха, залутал. А ты каждый раз все тыришь. Блин, я не знаю, что положить, мне вроде все нужно, но вроде эта штука не особо крутая. Так, какой-то Shadow Helmet. Вау, смотри, какой шлем прикольный. Чекай. У меня шлем крутой. Чекай. Ой, это я заберу. Это на базу надо. Все, домой. Так, ой, это я тут на память оставлю. Пусть будет стоять здесь. Все. А что выпало с этого челика? А я не знаю, да, какая-то штука. О, покажи. А что это было? А в смысле, а ты где? Я невидимый могу становиться. Да, дай. Блин. Я тоже хочу. Погоди, оно походу бесконечное. Смотри. Нифига себе. Так. Блин. Черт, нет, надо... Стой, подожди, я сейчас кильнусь. Смотри, я гений, я сейчас кильнусь. Сейчас мы найдем... Тут вторая крепость, я помню, около спауна была. Если мы ее сейчас найдем, то еще и у меня такая штука будет. И мы отправились на поиски второго такого данжа. И в данже мне нужна была штука, с помощью которой я мог бы становиться невидимым. А чтобы получить эту штуку, надо было убить босса. Слушай, а знаешь, что прикол? Ну-ка, зайди в инвиз. Вау, тут меч на 10 урона еще был, я его даже не заметил, как взял.
Что? Прикольно. Тут меч на 10 урона еще был. Ну-ка, зайди в этот инвиз. Убери меч. Понимаешь, и даже слева не показывается, типа, сколько у тебя хп, типа, тебя вообще не найти. О, все, я флаг поставил. Ну, вас мы отправились для того, чтобы сделать крутую броню. И эта броня крафтилась очень тяжело. Для этого надо было найти очень, прям очень-очень много руды, которая спавнится реже, чем алмазы. И кроме этой руды, надо было найти синенькую руду, которая нужна для создания брони. Ее понадобится довольно много, но это еще не самая плохая вещь. Самое плохое то, что платины надо в два раза больше, чем этой синей руды. А платина встречается очень редко, ее надо прям дофига. И еще одна вещь, которая нужна для крафта этой брони. Нужно души ада, или как так они называются. Это надо убивать магма-кубов и свинозомби, а это довольно тяжело и долго. Но штаны и меч я скрафтил. Ну, а вот комментарий с предыдущего видео, и если хочешь попасть туда, тогда просто напиши любой комментарий, видите, их я читаю. Ну, а с вами был Мистер Ник, и тяжелая программа для монтажа. Всем удачи, всем пока. Пока.